блядь. Вот я туда три гранаты кинул, и потом смотрю, ты туда забегаешь, блядь. Знак хранилища один из двух. Вот здесь. А куда назад-то? Ну, сюда, ко мне. Давайте сюда. Погодь. Сюда. Вот это место выглядит очень подозрительно. Нет, вряд ли. Подозрительное место. Сюда, вот смотрите. Подозрительно, гадко. Надо пробежать вот по этим трубам сюда. Да. Куда пиздуй? О, открылся сундук. Куда я? За гатором беги. Выглядит мощно. Поглядите, какой-то модный дробовик электрический. Там не пиздит все, что не прибито к хозяину только. Что здесь? А, он электрический, блин. Что, заберу? Да, да, бери. Мне электрооружие не очень. Когда столько противников с щитами, очень странно, что тебе электрооружие не очень. Я считаю, что электрооружие нам понадобится только на моменте, когда на нас гиперионовские роботы попрут. Вот там и этот электричество прям, да, будет нужно. А всех остальных можно, в принципе, огненным или... А где тут запрыгивать? Куда? Вот лестница. Вперед. То есть, когда гиперионовские солдаты пойдут, там, да, там электрика пригодится, да, это токсичное оружие, вот, а в остальном... Да я не помню, а тут будет некое подобие брони? В смысле? Да, должны быть броневые мобы. А, наверное, не знаю. Так, где тут... А, вот он, все. Тут только так. Маг был, да, рычаги? Да, ну что, я упускаю? Okay. Vault Hunter, good to finally meet you in person. Hell of a job fighting through those bloodshots. This will just take a second. Что это было? Башку и пробил робота, нормально. Одну секунду, блядь. А у нас через решетку не стреляется, да? Он такой крутой, как его вообще похитили? А, он спал. Он когда спит, хуёвый. А кто не хуёвый, когда спит, блин? Да, я стреляю! Она что-то не очень. Вот их понаперло тут, ебать. Догоняем, а то сейчас Роланда анально изнасилует. Ты вообще ничего не произойдет. Я тебе говорю, анальные казни. Гиперионовские роботы, блядь! Они еще и самоубиваются? Да. Они могут самоубиться, по крайней мере. Чтобы было веселее, они еще и самоубиваются. x6 умножить на 6. Будет 2. Заболела голова. Ладно, просрали метки. Ну, одну, по крайней мере. И диваны. И диваны. Вау! Знаете, роботов, говорил Айра. Да. Веселая вечеринка.
send Wilhelm, did he? Please tell me Jack didn't send Wilhelm. Не знаю, что они по поводу этого Вильгельма так боятся, вот реально. Ну давай так. Он нам не страшный, потому что мы ничего не теряем, мы крутые игроки и всех тут расписосываем. А для них, видать, это страшная хуйня. Ну, слушай, его создает таким супербист, блять, который всем дает пизды. Ну давай так. Думаю, на каком-нибудь очень сложном уровне он и нам пизды даст. Как ты думаешь? Бля, охуенный дробовик. Охуенный дробовик. Игаторский. Минус говорит, охуенный дробовик, игаторский персонаж. Что я тебе говорил? Такой прям. Ой. Такой. Поверь, ребята! Да, хреновые переговоры. Ебать, он нам накидывает их. Так, а как тут перейти-то? А, с другой стороны. Я пытался вернуться на место. Знаете, он так не работает. Сука, опять всю анархию проебал. Ебанул на шар. Да, не ссы. Кому нужна эта анархия, ё-мо? Увеличивает урон, это классовый навык. Все ж хорошо. Ключевой, я бы сказал. А если бы ты пошел по другой ветке, у твоего персонажа не было бы урона. Понятно. Нет, Маша. Ладно, ключевой навык. В других ветках у меня либо сенсумонера, либо типа хила. Ты понимаешь, это РПГ. Не можно комбинировать. Ветки? Комбо-вомба, да. Тут, кстати, можно несколько веток одновременно качать. Одну ветку прокачать. Я понимаю, что ее надо комбинировать, но после того, как ты прокачаешь одну ветку, потому что там есть ульта. В принципе, да. Но все равно, как бы, можно несколько веток одновременно качать. Левую руку откидаем ему. Кто левую руку? Левую руку откидываем, давайте правую. Есть. И что за говно тут? Гиперионские какие-то дроны летают. А, да, кстати. Гиперские твари.
Блять. Один есть. Ху-ху, вот это он подлетел. Айра, знаешь, что мне напоминает сейчас наша игра? Ну? Это вот эти вот, знаешь, геймплейные ролики, типа... А, как в Anthem, когда я видел первый геймплей, типа... показывают одного игрока, он такой говорит: парни, давайте поиграем. А давай, я готов. Ну чё, а давай, я создал. И потом идут: ой, чё, я попался. Holy shit. О нет, они окружили меня, Ганнер. Эти комментарии нужны, потому что, возможно, не всем будет понятно, что происходит на экране. Да? Думаешь, кого-то не похуй? А кого не похуй, Медуза? Скучно смотреться, это нормальная хрень. Почти все ролики так комментируют везде, во всех играх. Да-да-да. Это же бред. Чтобы ты видел какую-то сценарную постановку ролика. Гатор, ну ты вообще, блин, ты не шаришь просто. Парня виднее. Говорит, что типа, ой, я попался, это значит, что типа, возможно, ну, игра будет не тупой какой-нибудь пострелушка, а более сложная в этом плане. Ну, главное это верить. Да. Понимаешь, не, просто как бы, я, не, у меня другой, как это, у меня другой аргумент. Я думаю, просто если они будут сидеть, как бы молчать и хуёвничать, ну, ничего как бы не изменится. Да, мы войдём в нос. Да и потом, ты это как, знаешь, если показывать вот этот, как это, игровой процесс вместе, как он выглядит на самом деле, ну ж пиздец будет. Такой, слышь ты, Иисус, это моё, нет, это моё, нахуй, пошёл, сам пошёл, блядь. Слышь, я первый сюда пришёл, там уже будет видно, что это игра. Mm-hmm. Они не выполняют свои роли, а играют. Как это называется, да, парни! Да такой, я, парни, тут это, коробка с лутом. О-о-о, давайте посмотрим, что там. Так, тебе это нужно, тебе это нужно. Бля, какие же они физики, вот как мы играем. Хули ты не сказал, что здесь коробка с лутом? Так, пошел нахуй, это мой лут. Иди свою найди коробку, уёбок. Обосвистение было. Да-да, вот это игра, да. Ну, это уже похоже на игру. Так люди играют. Давай так, Гатор. Возможно, так играет только неправильный люди. Вроде нас с тобой. Блять, они специально в игры добавляют чернокожих персонажей, сильных женщин и так далее, чтобы чего не обидеть. А ты говоришь, чтобы они материли, блядь, чтобы это больше походило на действительность. Ну ты не понимаешь. Ну, чтобы они ругались и так далее. Чтобы было видно, что им интересно играть. А то, что есть сейчас, они просто... Игра должна вызывать положительные и позитивные эмоции. Да. Это кто тебе сказал? А ты вызываешь только токсичные. Да. А ты сейчас записываешь реально какую-то токсичную игру. Гатор, ты токсичный. За каждую, блядь, плюшечку горит. Чё, босс? Да. Полубосс, так сказать. Какого хрена? Ой, как мне хорошо всекают. Я допускаю даже, что меня свои нормально шатали. Да, потому что ты встал прямо передо мной. Ну да, конечно. Вперед! Сука, блядь. Вот я туда три гранаты кинул, и потом смотрю, ты туда забегаешь, блядь. Командная игра, что там ты говорил? Да блядь! Давай в глаз ему наяривай. А железки не горят, да? Что ты, ну там эпическое поднял? Эпическое ничего. Бля, парни, конечно, лутаться правильно, но тут как бы прилетело еще. Я ничего не брал эпическое.
Я не говорю, что ты что-то брал, я говорю, что здесь прилетело, давайте там отбиваться. Ушел, были деньги, я подумал, что это эпическое. Все, не нервничайте. Что это за красная хуйня вокруг Гаттера? А это улица Роллана из того игры. А, его что турелька. Турельки вызывает? Турелька, которая хилит по площади. Угу. Такая же есть в этой игре у команды прокачанная на полную. У команды совсем другая. У него есть такая же хилища, я тебе про это говорю. У него турель, или хуйня не такая же. Нет, ты можешь прокачать ее в такую же, имеется в виду. Чтобы хилила, а чтобы стенки закрывала нет. Ну, не знаю. Maybe yes, maybe no, maybe fuck you. Господи, да сколько он накидывать их нам будет? У него бесконечный бюджет. Его бюджет там походу бесконечный, блядь. Кто это там улетает, нахуй? Боржа. Эй, боржа! Кажется, он потерял руки. Медуза, хочешь хорошего лута? Да. А, прыгни вниз. Куда? Вот сюда. Ты мне пиздишь. На полном серьезе. Лута сбросил. Это жертвоприношение. Да. Ну, а я анархию накопил. Ты хочешь, чтобы я опять потерял? Мне насрать. Ну, обойдемся без лута. И лофта. Давай тебя в жертву принесем. Меня нельзя. Да? Классный. Да? Как раз таки тебя проще всего. Ну да. Ладно, тогда дальше идем. Ой, сакуны. Давай. Ты должен полностью умереть? Нет, что ты, это же не... Как это? Для жертвоприношения полностью умирать не надо, да, можно до половинку. Нет, достаточно того, что ты упал. А что там, тебя пилы сверлит или ты горишь? Типа? А горит, наверное. Ребят, вот ребят, вы можете залезть и сами испытать этот чудесный аттракцион. Я все-таки сделал. Что-то скинули. Коррозийная граната. И иридиум. Чур мне иридиум. Так все, тело сгорел. Ну а что, она больше не открывается? Одноразовая? Это нечестно. Так что там было внутри? Там этот, солярий. Блять. I've got a plan. This planet's been waiting for a hero like you. Thank goodness Jack didn't send Wilhelm. Опять проверить. Она о чем другом-то вообще говорит? Может, он ее бросил когда-то. Тут я понял, чтобы перейти на следующий уровень ветки талантов, надо в первый в один уровень 5 очков вложить, а ты хорош. А ты хорош. Ну да, как бы это прикольно. Брали, мне это не нравится. План, полетели. Мы говорили, что надо все. Кстати, да. Иду, да. Что делать? Пойду на 3 минуты. Нажимай, отправиться, а я пойду на 3 минуты. Отойди на 3 минуты. О, Мокси какой-то квест дает, или это Хемлок? Хемлок, скорее. Хаммерлок, да. Все живые существа прекрасны, даже отвратительные. Сложность нормально. Ничего не понял. Да блять! Надо обязательно возле него сидеть, дослушивать его разговоры. Кого? Никого. Давай!
cocoon state, hit them with the injector. Найдите Варкида. Ребенок войны. Да. Дитя. Дитя звучит лучше. Так, ну это квест взять у Роланда. Встретись с Роландом в убежище, да. А, нет. Роланд там где-то в ебенях. Или нет? To say, I need your assistance. A group of mutant test subjects escaped the Hyperion Preserve. As amusing as it might be to see them attempt to reintegrate into society, they must be put down. You will need a way to lure them out. Head to Moxie's and acquire some bait I have ordered. Я вот скачал текстур пак, который распространяется сейчас бесплатно в качестве промо-акции, видать, к этому всему. И вот что-то я не вижу каких-то прям. Они выпустили текстур пак. Который весит 18 гигов. Что-то я прям не особо вижу, что он работает, не знаю. Как это? Очень странно. А. Тут свежак. Забавно. For whatever reason, find pizza irresistible. You will lure them out with this pizza, then murder them. Это часы мне эти парни как раз таки? Да, да. Да. Ну давай не будем спойлерить Медузе, ему тоже может быть. Кого нету. Ну, вот это ты так думаешь, он может молчать. Я просто решил квесты набрать, чтобы пока он там ходит. Все, мы все это быстро объясним. Два квеста набрали на... Смотри, Гатор, а что тут за темная дрянь, в которую нельзя зайти? Смотри. Гатор, тут неведомое. Сразу видно, игре 12 лет, блядь. Ты? Не 12, ладно. Не выебывайся. Охуенная игра. Я знаю, что где-то здесь на крыше есть ящик с оружием. Запись нашел, что ли? Не нашел. Здесь еще эти одна из трех записей, которые мы уже прокрутили. Хуя себе на голову. Ебать, что у тебя с головой? Иди сюда. Иди сюда. Тут страшная баба. А откуда у меня здесь легендарное оружие? В этом. Так это заначка. Это заначка Клаптрапа. Туда можно. Ну а у меня-то она откуда здесь? Ну может ты туда положил. Или... У меня такого оружия еще не было, там по 16 уровень, например. Погоди, а я вот, например, если что-то положу сюда, вот, например, вот это. Разумеется, вот. Я это не увижу, о чем ты? Ну, посмотри. Покажу лично. Сейчас видишь? Я посмотрел, там ничего. Вот. Так, нам надо найти, по крайней мере, четвертый журнал. Давай искать. Во, погоди, иди сюда, смотри. Вот сядь вот здесь так, и посмотри, как у него голова выгибается. Страшные людишки, блядь. Так, я здесь. Мы взяли два квеста на черепашек и на этого. На мутацию. Погнали. Хорошо. Сейчас я патроны куплю. Так, говно продам. Ну да, перемещай нас туда потом сразу. А мы с Роландом-то поговорили? А зачем? Мы его спасли, пойдем бабочки делать. Потом он же нас сразу пошлет на миссию эту. Ну, в этой игре нет ничего сразу. Ну, давай поговорим, какие проблемы. Отлично. Anyway, I hear
you and the rest of your little buddies have relocated to Sanctuary. Just wanted to congratulate you. You've successfully delayed your death by a few months. Вот это третья запись. This is a message to any Crimson Lance left on Pandora. General Knox is dead. And knowing the Lance, they'll more likely cut their losses and leave you here than send an extraction ship. So if you want to starve to death out there, you got two options. One, you become bandits. Two, you join me in protecting the people of Sanctuary. I can offer you food, shelter, and the chance to fight for something real, something meaningful. A chance I know the Atlas Corporation never gave you. Something real. Roland, out. Чего-то настоящего, чего-то свежего, чего-то зеленого. Так, куда пойдем? К Мокси за пиццей или образцы ткани в архивах собирать? Мокси пиццу взял. Давайте найдем четвертую запись, которая где-то здесь валяется. Вот она. Отлично. Все, пошли туда. Давай этот отщепенцы миссия. А блин, забыл, надо расширить этот. Не так. Давай быстрее. Я телепортирую нас. Короче, барахло это улучшенные текстуры не скачивать. Блин, как хорошо, что ты сказал. А как их скачать? Они в DLC на странице магазина. No rush. А там надо найти DLC, которого у меня нету, да, и так далее. Все, да, запускай. Ты просто переходишь на страницу магазина, идешь в папку DLC, и там типа со вчера валяются текстуры. Но судя по тому, что я увидел, они либо не работают в Borderlands русской версии, либо они никакой разницы вообще не вносят.